о достижениях страны за годы независимости в цифрах и фактах. Мы продолжаем цикл материалов «Новый Казахстан». И сегодня речь пойдет о банковском секторе. Где предпочитают хранить деньги казахстанцы? Данные о вкладах и займах клиентов изучала моя коллега Жамал Муканова. В Казахстане работают 38 банков второго уровня, половина из них с иностранным участием. С января этого года совокупные обязательства коммерческих банков составили 11 триллионов 874 миллиарда тенге, то есть увеличились по сравнению с 2012 почти на 3%. Обязательства банков второго уровня перед нерезидентами республики составили 1 637 000 000 миллиардов тенге, или 13,8% от совокупных обязательств БВУ. Вклады клиентов с начала 2013 года выросли на 9,4% до 735 миллиардов тенге. Таким образом, данные статистики показывают, что люди все же предпочитают хранить сбережения в банках. Что касается займов, юридическим лицам по состоянию на 1 апреля 2014 года они составляют чуть больше 8 триллионов тенге. Рост начала года на 7,2%. Займы физическим лицам за первые три месяца текущего года выросли на 6,9% до 3,5 триллионов тенге. Потребительские займы составляют 2 триллиона 410 миллиардов тенге с долей 16,6% судного портфеля. Рост начала года составил 7,5%. Так выглядит структура совокупных пассивов банковского сектора Казахстана на январь 2014. 63,7% – это вклады клиентов, 18,2% – уставный капитал, 6,3% – выпущенные в обращение ценные бумаги, 3,3% – резервный капитал, 2,9% – займы полученные, 2,2% – прочие пассивы, 1,8% – межбанковские вклады и 1,5% – это нераспределенные чистый доход.